Всем привет, всем привет. Хотел немного интересного и предыстории. Ребят, время сейчас 23:41. Этот бой начался ровно в 23:00. Соответственно, 41 минуту вот эти вот охламоны продолжают друг с другом драться. Я, конечно, понимаю, что баланс теперь, соответственно, по лигам, все как положено. Но, ребята, два титана, выставленные, соответственно, против друг друга с одинаковым демейджем. То есть, вот давайте посмотрим сюда. Тут 48 получается. И здесь, соответственно, 40 там, блин, ну я не могу. Вот, 47, давайте вот так хотя бы. Вот, 47 там 800. Что один, что второй. Просто полная печаль. То есть, ничего не сделать. Вот, я хотел пойти на 23:30. Думал, второй раз я зайду. Однако, как же сильно я ошибался. Теперь они, скорее всего, будут повышение ждать до 500. И эта штука затянется часа, наверное, на 2. Давайте, товарищи разработчики, немного поправим вот какую-нибудь такую систему. Допустим, когда остаются их двое, пусть дополнительные призы какие-нибудь выпадают. Ну, это чисто из воды издевательство. Ну, вот так я и предполагал, конечно. Они сейчас вдвоем останутся. И пока кто-нибудь один из них не сдастся, то есть они сейчас что делают? Они сейчас в скрытом режиме или в чате, они переписываются, кому отдать победу. Ну, то есть, либо одному, либо второму. То есть, ситуация какая? У одного 6 миллионов, у другого 15. Но тут такая ситуация еще. Понимаете, что у нас команда, как бы вся она просто слилась в ноль очень быстро из-за того, что эти ребята просто гранаты бросали. Ну и, соответственно, наш токарь остался один. Ну а сейчас игра на тычке, то есть до какого периода, то есть это неизвестно, ребята. Ну увидели, да, 52-й ход, ребят, 52-й. Сколько еще эта радость будет тянуться, я вообще не знаю. Там самое интересное, что люди, которые сейчас сидят в чате, пишут, там столько веселья, столько матов, типа с фразами «отдайте мне музмех». Вот тут, кстати, можно было и поговорить по поводу нового правила, допустим, получается. Если вы сделали такой баланс, ребята, если битва длится вот там хотя бы до 300 там процентов, все равно ваши крылья больше выпадать не будут. Такого никогда не было. То есть они выпадают у вас на первых 10 минутах. Соответственно, пусть дальше мехи у людей разблокируются. И пусть эти вот топы продолжают драться хоть здесь, хоть до усрачки. То есть, чтобы они всем остальным не мешали. Они себе сейчас наколачивают очки. Просто выбивают. То есть, а соответственно, все остальные должны в это время сидеть. Ребят, то есть, соответственно, пока я с вами разговариваю, 45 минут, ребят. 45 минут, соответственно. Ну, что это будет? Давайте, туда выстрел, сюда выстрел. То есть, соответственно, один применит фаст там или волну, это для другого не играет никакой роли. То есть он съест, соответственно, опять аптеку и все опять по новой. То есть насколько это затянется? Ну, 2 часа? Ну, не знаю, я имею в виду. Но если что, ребят, вот, честно, пишите в комментариях, вот как вы насчет того, чтобы, получается, при увеличение битвы до 40 минут, даже до 30 минут, музмех освобождался от этой битвы, то есть, соответственно, и вы могли зайти в другую. Это первое. И второе, соответственно, чтобы призы после того, как остались вот два вот таких вот, вот хламона, то есть менялись просто на что-нибудь там убойное. То есть, или, соответственно, призы можно было покупать несколько раз, чтобы битву немного ускорить. Или таймер все-таки, ребята, ускорить демейджа, потому что сейчас он 300%, а я думаю, что если он будет расти с каждым ходом на 10, то вопрос немножко решаться будет быстрее. Ну и, соответственно, давайте я дальше снимать не буду, потому что, как вы понимаете, ходы уже там зашкаливают, он за, ну, 56, ну, я говорю, к 60-нику ближе. Игра становится очень скучной. А музмех был очень нужен. Я бы, допустим, еще бы пошел на какую-нибудь экспедицию. Чем я буду просто тупо сидеть и смотреть за этими двумя хренами, которые просто ничего не делают. Они тыкают друг друга. Что они делают? Они набивают очки, ребят. В жесть набивают очки. Причем ситуация очень интересная. Я предполагаю, что у одного и второго уже есть звонка. И они что делают? Они просто время тянут. Сейчас
таймер сбросится, соответственно, на полночи, и они сейчас в новую группу выйдут уже с охренительным количеством очков. Один выйдет там, допустим, с какой-нибудь 800 очками, там получается, да, и второй выйдет тоже так же, получается, он будет в топе, у него будет уже 450 или 500. И меньше проблем будет напрягаться. Они, скорее всего, в этой лиге уже не взяли свои двойное повышение. Ладно, ребят, всем спасибо. Это такой крик небольшой души. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете о таких битвах. Ну и как их надо исправлять, конечно же. Мы внимательно вас послушаем.